Вот эта матрешка, так называемый принт, то есть берется фотография, накладывается, ну, очертание лица, и дальше расписывается вручную художником. Вот. А есть матрешки шаржевые, там расписывает художник полностью вручную, и как бы есть более похожие на настоящего Путина матрешки, есть менее похожие. Но вот считается, что вот это вот самая удачная фотография, именно вот это и печатает. Двухтысячная, вот как она таким составом идет. Его выбрало большинство, поэтому вступает в должность. Ну, скажем, я голосовала не за него, это был не мой кандидат, я голосовала за Прохорова. Я надеюсь, что в России будет что-то новое. Ну, а здесь, я думаю, что останется все как было. В финансовом плане, мне кажется, станет хуже, сейчас инфляция попрет. Даже считаю, что все эти успехи, которые за последние 12 лет, это благодаря Путину. И в первую очередь это Путин, так что нам не нужны никакие потрясения. То есть Путин, мы за Путина.